Идем всем, ребята, кинтуха на проводе! И прямо сегодня я выбью новый керамбит в новом обновлении 0.20.0! Мы его дождались, поэтому если ты ждал обновления прямо сейчас, братишка, прожимай огромнейший лайк, обязательно подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. Короче, ребята, в этом новогоднем обновлении добавили новогодний барабанщик. Так вот, чтобы выбить эту малышечку, этот новый керамбитик, нам надо вместе с вами собрать 9 пазлов. Ну, чтобы собрать эти 9 пазлов, мне надо потратить очень много времени. Ну, поверьте вы мне, я это видео не закончу, пока мы не выбьем новенький херамбитик Purple Kama. Ха, какой же он классный. Все, ребята, с вас лайкусик, а мы начинаем. Ну что же, а мы начинаем. Я скажу так, ребят, в этом году выбить керамбитик стало гораздо сложнее. Знаете почему? Да потому что надо собирать какие-то долбанные детали. То есть не как раньше, ты просто крутишь колесо, тебе выпадает нож, и все, он у тебя в инвентаре. Нет, теперь надо, чтобы 9 раз мне выпали вот такие вот детали. Потом, ребята, как только я собираю 9 этих деталей, у меня в инвентаре будет керамбитик. Я очень надеюсь, что мы сможем это сделать за видео. По крайней мере, ребят, я готов на это потратить всю мою голду. Но почему это керамбитик не выпадает? Мне выпадает все, что угодно, кроме деталей на керамбит. Да отстаньте вы! Отстаньте! Ну будьте вы людьми, ну пожалуйста, ребята, ну совесть-то имейте, юперный балет. Мне нужен керамбит! О, новенький так 9, а ну-ка, не, ну, ребят, нет, спасибо большое, но я хотел что-то покруче. Так, мне нужны новые детальки, блин, ребят, вы посмотрите, как много в колесе, и как назло, знаете, что мне падает? Пожалуйста, пожалуйста, дальше, блин, Фейбл Кейсик, спасибо, конечно, большое, но я же хочу новый керамбит, но вы совесть-то имеете, но мне надо еще 8 деталей, все, 8 деталей, у меня будет керамбитик. Так, ребят, я походу понял, почему мне падает одна кака. Я слабо кручу. Надо реально сильнее зажимать, сильнее крутить. И тогда будет вот так вот. И тогда по-любому будут детальки. И по-любому я соберу керамбитик. Я понимаю, что это будет очень сложно. Но я верю, мы это сделаем. Давай. Да! Две детали. Блин, ну вот иногда у меня такое ощущение, что разработчики мне включают подкрутку. Потому что, ну прям очень сильно везет. Буквально из 5 спинчиков выпало 2 детали. Давай. Ой, имба! Давай! Да! Три пазла! Осталось еще буквально 6 пазлов. И все, ребята, все будет чики-бомбони. Ой, давай! Идеально стоять, падаль! Блин, ребята, это было максимально близко, но, увы, эх, мы обкакались. Так, все, мужики, ничего страшного, я отвечаю, сейчас все будет, ребята, метро люблю, ну, работаем, и меня выпадает. Так, это что выпало? Импар кейсик или что? А, это шарп кейсик, я понял, спасибо большое. Ну, понимаете, такой вариант мне не подходит. Мне надо 6 этих долбанных деталей, все, пожалуйста. Вот просто прикиньте, как будет сложнее всего выбивать самую последнюю деталь, потому что я уверен, она будет падать дольше всего. О, статрек, пушечка. Ну, ребят, ну вы тоже меня поймите, ну я хочу керамбитик, ну я снимаю видео, я стараюсь. Блин, ну разработчики могли бы мне подкрутку включить, как и другим ютуберам. Ой-ой-ой, стоять! Ну, блин, ну как она зло, ну вот почему? Где моя подкрутка, Эксельбол? Ну, ёперный блин, ну вы совесть-то имеете. Так, давайте всем в чате, хэштег подкрутка, по-тру-тка. Подкрутка! Ого! А что так долго крутится? Это что за дичь? Что за дичь? Так, кажись, мы его сломали. Блин, ребят, ну я уверен, там по-любому должно выпасть. Вот это должно выпасть. А, блин, как же сложно. И знаете, что я заметил? Что когда мы выбили 3 пазла, остался последний 4-й пазл в этом колесе удачи, и он просто-напросто не хочет падать! Как же это сложно, блин, я уже потратил очень много голды и до сих пор нищий, просто нищий, пожалуйста, пазл, ну будь ты человеком, ну в конце концов-то, ну выпади ты мне, ну я хочу керамбитик, я хочу там похвастаться, всем показать его, а вот такая вот наказание, ну пожалуйста. О, сейчас возможно выпадет, да, все, ребят,
блин, 4 детали собрали, имба, 4 детали. Так, в этом колесе удачи мы собрали все детали. И прямо сейчас нам надо дооткрывать остальные спины. Мы переместимся на колесо номер 2, и вот именно там мы, ребята, сможем выбить следующие детали. Ребята, как видите, мне тут не везет. Но есть болдропщик, на котором мне очень сильно повезет. Там будет, ребята, очень скоро проходить новогодний ивент, который будет выполнять, получать на халяву крутые призы. И плюс, помимо всего этого, специально я дарю вам промокодик на бесплатную голду. Все нужные ссылочки есть снизу. 5 minutes later. Так, что же я могу сказать по руне номер 2? Ну, ребят, скажем так. О, вот этот скин реально очень прикольно. Ретро аркейд. О, вот этот прикольненький скин, я его выбил. Дальше, вот этот диско-пати, вот этот диско-шар тоже очень прикольный. Но, ребята, наша цель — это детали, поэтому не шагу назад, только вперед. И знаете, что самое обидное? Что в натуре на этом уровне я максимум смогу выбить 4 детали. Я их выбью, и у меня будет 89! То, чтобы мне получить керамбит, мне надо потратить еще голду. То есть я уже потрачу суммарно, ребят, 1000, наверное, 6 голды, не знаю. Да, круто, 5-я деталь выпала, вы рады за меня, да? Но вы понимаете, что тут их всего еще 3 осталось. То есть всего будет 8, а надо 9. Поэтому, ребята, походу, нет, пока после этого видео будет очень бедным. Пожалуйста, мужики, за то, что я такой бедный, несчастный, можно подписаться на мой канал, там, написать комментарий, пацаны. Я извиняюсь, что я так часто про это говорю. Ну реально, ну вы посмотрите, ребят, что я трачу ради контента. По 10к голды буду тратить, походу. Ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай. Иди сюда. Хорошо-то как. Так, мужики, все написали. Хэштег удача. Потому что, пацаны, удача нужна по-любому. Без этого никак. Так, ну-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 ну. Давай-давай-давай, дорогулька ты моя. Дорогулечка ты моя. Давай пазл. Пазл, пазл, пазл. Сейчас будет пазл, чекайте. Сейчас будет пазл. А-а-а, чуть не хватило, но мы были близко. Ребята, я скажу честно, я раньше этой обловы не видел, потому что, к сожалению, мне бета-тест не дали, потому что я слил прошлое обновление. Реально, мне не дали бета-тест, потому что я слил прошлое обновление. Поэтому я все это вижу, как и вы, впервые. И мне очень интересно посмотреть, что же тут все-таки есть интересное. И пока что я скажу так. Пока что, вот, мое мнение по поводу обновы. Реально прикольно вышло. Ну, реально раздара постарались. Добавили там 2 новогодних режима. Добавили это колесо удачи. Добавили голдпасик. Поменяли уровень. То есть обнова вышла не как обычно. Ну, как сказать, там уже как обычно, но немножко получше. То есть, если каждый год я говорю, что обнова лажа, то в этом году я скажу так. Разработчики, респект и уважуха. А, стоп. Слово респект с английского и так означает уважение. А что мы можем себе купить за монеты? А, так я себе могу купить это графики. Конечно, покупаем, дорогой ты моя. Если мы сейчас не выбьем деталь, я просто буду в шоке. Я думал, что просто ты гарантированно выбиваешь деталь для керамбита. А тут, походу, нет. Деталь, деталь, деталь. Yes, yes. 7 деталей собрали, 7 деталей собрали. Осталось 2 детали, ребята. Как же это круто, пожалуйста. Давайте за это все наберем 10к лайков, и тогда я прокачаю какого-то подписчика в этом колесе удачи. Пока что, ребята, все очень даже хорошо, но наша цель — выбить последнюю деталь в этом колесе удачи. И после этого мы переходим... А куда мы переходим? После этого мы переходим в третье колесо удачи, или как? Последняя деталь, чекайте, последняя деталь! Вау, вот это крутяк. И, к сожалению, в этом колесе удачи пока что больше деталей нету. 5 minutes later. Да, да, последнее колесо удачи, все, ребята. Нам осталось собрать одну деталь, и у нас будет новый керамбит. Вот это мне повезло. Давайте, просто хэштег деталь. Деталь, давай, 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 давай. Роднулечки ты моя, пожалуйста, последняя деталь. Ой-ой-ой, там тут будет деталь, тут будет деталь. Да. Пожалуйста, я очень сильно надеюсь, что произойдет новогоднее чудо. Уважаемая Эксельбол, ну все же происходит новогоднее чудо. Почему Кент пока хуже? Ой, 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 ой. Как обычно. Я отвечаю, пацаны, сейчас этот последний пазл я буду собирать, походу, 1000 лет. Чисто разработчики такие хитрые, такие жуки. Давай, 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 давай. Ой, хорошо, ой, нехорошо, нехорошо, нехорошо. Нехорошо, это прям очень нехорошо. Так, окей. Давайте еще раз. Не, ну это просто прикол какой-то. То они падали по два, а то и по 3 пазла подряд, а теперь вообще ни одного. Давай, давай. О, хорошо. Имбулечка, 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 имбулечка. Нет, ребята, к сожалению, не имбулечка. Это за шо, разработчики, это за шо, это за шо, это за шо. Давай, давай, давай.
Пазл! 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 Кстати, сейчас, возможно... Не, не выпадет, не выпадет, не выпадет, не выпадет! Я уже это вижу за километр! Все, ребята, сейчас пошла антиподкрутка. Знаете, иногда бывает у ютуберов подкрутка, а тут просто антиподкрутка! Я не знаю, что надо делать, я уже натягиваю по-разному и туда, и сюда. Что только не делаю. Где этот долбанный последний пазл? Стоять, родной, давай! Блин, я отвечаю, раздрабы просто рофлит меня! Это просто рофл, это просто рофл! Уважаемые разработчики, вы совестно имеете в конце концов! Да! Да блин, это антиподкрутка! Ну я не верю! Капец, я уже потратил так много лодышка. Ладно, все равно, трачу просто все бабки. Я говорю, мы сейчас выбьем последнюю, девятую деталь пазла. Поверьте мне, ща она будет, ща она будет, ща она будет, ща она будет, ща она! Блин, да это рофл какой-то. Че за скамина? Мне нужна просто девятая деталь. Я потратил очень много голды, но я прошу, но я умоляю. Разработчики, понимаешь, что с вами не сотрудничал. Но мы же будем сотрудничать с этого года. Да! Да! Мы это сделали! Ура! Все, ребята, больше это колесо удачи открывать не буду. Как же много лишки потратил, какой же он классный, да! Мы это сделали! Вау! Ребят, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайк на это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Мы сделали нечто нереальное! Мы выпили эту малышечку!